Приближаются долгожданные новогодние праздники. Времени все меньше, хлопот все больше. Символ Нового года – это елка. Кто-то уже нарядил елку, кто-то готовится только это сделать. На Новый год елок много не бывает, и мы вам предлагаем мастер-класс, чтобы изготовить вот такую красивую декоративную елочку. А украсить вы ее можете по своему усмотрению. Все материалы недорогие, бюджетные и фактически есть в каждом доме. Этот мастер-класс для вас проведет художник Центральной городской библиотеки Маргарита Соловьева. Здравствуйте! Сегодня мы будем делать вот такую елочку, похожую на нее. Нам для этого потребуется 5 втулок от туалетной бумаги, вот таких вот. Вот такие шарики. Нужно такого размера шарики, чтобы они влезали нашу втулку по размеру. Может чуть-чуть поменьше, можно чуть-чуть побольше, но чтобы помещать. Так, нам потребуется пистолет клеевой и какие-нибудь украшения. У нас это будут снежинки. Теперь приступаем. Я заранее нарезала на три части вот такую втулку. Разрезала на три части и покрасила в белый цвет. У меня получилось 15 штук. Сейчас мы ее склеим. Я покажу. Мы их делаем внизу 5. Потом идет 4. Уменьшается 3, 2 и 1. Вот видите, у нас получилась такая елочка. Берем серединки, приготовили пистолет, который уже нагрелся. И начнем. Мы будем стыковать вот эти вот. Поэтому одну часть мы клеим. Нужно поработать пистолетом очень быстро. Быстро клеится. Так. Чуть-чуть подержать. И готово. Следующую. Можно по мере выравнивать их, чтобы было аккуратно. Идем на второй слой. Второй слой мы будем клеить уже две грани. Не одну, а две, чтобы лучше у нас схватилось. Здесь и здесь. Так, следующий точно так же. Здесь можно даже 3, потому что вот здесь грань, здесь и с этой стороны, чтобы у нас приклеилось все крепко. И нужно это делать желательно очень быстро, потому что клей схватывается прямо на небо. Нужно немножко фиксировать. Будет закончить второй.
Вот что у нас получилось. Мы все склеили. Теперь приступаем к следующему этапу. Берем шарики. Приступаем. И примерно сделаем узор, как нам нравится. Куда бы мы хотели. У нас здесь разноцветный. Если вот на этой елочке у нас синий-белый вот так вот чередуется, да, более-менее, то здесь у нас разнобой получается, такая нарядная яркая елочка. Так, ну примерно сделаем так. Это пока выложим. Зелененький. Так, красненький. Сюда можно. Сюда. Ну, в общем, приблизительно вы разложите, посмотрите, как это вам, как будет смотреться. Вот. И потом начнете уже клеить. Сейчас мы начнем клеить наши шары. Вот хочу показать, вот видите, она у нас вот такой шарик, да? Я беру и снимаю, просто вот, откручиваю, чтобы клеить было намного удобнее. Вот намного удобнее клеить вот на такое основание, чем, видите, здесь такая пимпочка. Это мы убираем, остается вот, вот такое. Ну, приступим. Лучше, конечно, клеить пистолетом, потому что он сразу схватывается. Если вы будете клеить обычным клеем, ну, кристаллом там или еще как-нибудь, вам придется очень долго ждать, пока он схватится. А вот такой клей. Так, вот берем. Прямо вот так вот между ногами. Вставляем. Держим. Так, берем зелененькую, точно так же. Будет клеиться, потому что она на веревочке, нет такого жесткого основания. Ниточки, потом мы их уберем, они отклеят. Они засохнут, а потом легко можно убрать. Так, идем дальше. Следующую мы возьмем вот такую синюю. Вот что у нас получилось. Мы приклеили все шарики. Теперь мы будем клеить звездочку. Вы можете взять что-нибудь другое, если у вас нет звезды. Можете бантик приклеить или снежинку. Тоже будет очень приятно смотреться. Вот звездочку мы приклеили. И теперь будем декорировать. Декорировать мы будем вот такими снежинками. Мы сейчас их нарежем. Быстро. Тут есть побольше, есть поменьше. Лучше, наверное, возьмем одинаково.
одну серёжку мы наклеили. Уже намного смотрится симпатичнее. Вот мы приклеили снежинки и украсили бусами. Получилось быстро и довольно оригинально. Две получились разные елочки. Сейчас, если вы хотите, мы можем сделать вот такую подставочку. Вот видите, здесь она на подставочке, елочка намного интереснее смотрится. И здесь же мы тоже, это втулки также, но она чуть-чуть повыше. Ну и также обклеим клеем. Жалею, чтобы он хорошо встал, хорошо приклеился у нас. Вот такая елочка у нас получилась. Ну что, мои друзья, с наступающим вас Новым годом! Живите в радости и счастье! И всем вам здоровья!